отдел религиозного образования и катехизации Нижнетагильской епархии приглашает принять участие в городском конкурсе ВК клипов «Моя семейная традиция», который организован в рамках знаменских образовательных чтений. В конкурсе принимают участие учащиеся общеобразовательных школ, учреждений дополнительного, среднего и высшего профессионального образования в возрасте от 10 до 22 лет. Номинации конкурса «В моей семье есть такая традиция» и «В моей будущей семье будет такая традиция». С подробной информацией о конкурсе можно познакомиться на странице отдела ВКонтакте. Заявку на участие необходимо заполнить до 25 ноября 18:00 включительно.